потому что начинаю уже снимать. А мы туда идем? Или булочки? Туда пойдем. Женщина стоит. Там ванная? Да. И что мы прошли? В смысле, там можно купаться? Мы сейчас поднимемся наверх, там примем одну ванну, потом спустимся, и сюда пойдем. Сюда же примем? Да. А где? Да. Тут прохладная? Ну, она даже, она не кипятка, она тепленькая, прохладная. А как мы ее не увидели? Мы сейчас, чтобы горы поднимать. Нет, вот и будет женщина. Где там ванна? Вон там, видите, сколько она стоит наверху? Ну... Кустик. По тропинке. А, то есть не прямо по дороге. Thank you.
дальше, тем горячее. Ну вот самое первое, дальше. Не, погоди, поснимай, подожди, нюч. Как ноги? Живой пи. А ты знаешь, что в Пятигорск тоже приезжают туристы? Нет. Давай посмотрим, что они заморозили. Может, там дешевле? Скиснем их. Тебя отвлекает, а я... Интервальчики. Ты не знаю, может, мы дым тут пошли, знаем. Не знаю. Никто? Дорого. Дорого. Пошли дальше. Почем мороженое? Ну, 40 рублей, видишь? Пятерка. Ну, это же центр, это же курорт. Ты что делаешь? Не знаю, что пятерка. А вот, Леша же вкус сделал. Пошли сюда. Ну, вкус сделал. Это булочки. Ну, это булочки хотел. А вот это я вчера брала. Это кошечку заметила. Нет, нет. Что ты хочешь сказать? Я ничего не хочу, я просто мороженое хочу. А вот мороженое было хочешь. Дорогое. Ну, дорогое, это не надо. Почему? Как ты сейчас мороженое заметишь? А
Ай, блин, 150 рублей. Так, давай тебе такой возьмем. Какой себе... будешь? Нет, тебе, ты, тебе... Не, давайте вот такой, а себе... Давай, какой такой, можно разный 150 грамм сделать, нет, три эти ложечки. А давай вот, не, вот фисташка, первое, клубника, клубника, лимончик и банан. Не, хочешь лимончик? Даже кисленький был. Давай еще с лимоном. А где лимон, ты видишь? Вон лимон, ладно. Ну давай, сейчас раз сделаем. Фисташка? Да. Все. Фисташка, клубника. И лимон. И лимон. Все. Все. Надо дальше. Да. Да, фисташка, мороз... клубника. Это в смысле вот три шарика, мы понимаем, да? Три шарика, да, 150 рублей? Два шарика, три клубника, сыпочка. А, то есть 150 рублей, это 150 грамм, это только два шарика. Тогда давайте лимон и фисташку, да? Ну да. А еще что сверху там? А что сверху вы сказали? Сливка поливается и посыпать мандель. А можно без слива? Ты хочешь сливки? Как хочешь, я не знаю. Вы можете просто взять мороженое и все. Только хотите шариков. Один шарик, 45 рублей. А, вот так можно. А, тогда давайте уж нам, как мы сказали, вот, и еще клубнику, да, ты сказал, шарик? А, со сливками, да? Mm. Во, просто вот так лучше. Не, вот это нам надо не так. Да. Это получается 45 умножить на 3. 135 рублей. Давай. Все? Все. Да. Пошли. Он еще смотри там что-то.
Сашенька? Или Атмир, лучше ты давай, я тебе покажу, что делать. А, французский орел. Погнали. Пошли. На орланчика. Смотри, Саш. Порвались. Пошли. Горел. А как ты идешь, Лёльчик? Вот тут можно зайти. А нам не пойти. Алена, вы здесь можно обойтись. На меня смотрим.